кино. Художественный фильм «Идеальный тайфун». Господин капитан, ваш брат! Алексей Андреевич, разрешите доложить? Погодите, боцман. Вы не помните, о чем я прошу вас? Уже столько времени. Не помню. Не помню, Алексей Андреевич. О чем? Сейчас не об этом. Барометр падает. Барометр. Фу. Успокойтесь, Степан. Я уже не помню, сколько времени я вас прошу об этой мелочи. Прошу, и никакого результата. Алексей Андреевич, дорогой, сейчас не до мелочей. Барометр падает. Фу. Барометр. Мы идем прямо на тайфун. Алексей Андреевич, господин капитан, ваш бродя, прикажите изменить курс. Нет, Степан, курс на тайфун. Так надо. Столько времени вас прошу. Столько времени. Господин капитан, Алексей Андреевич. Алексей Андреевич. Ваша воля, господин капитан. Ваша воля. Ну что, пойду, прикажу команде надеть чистое белье. Вот, прикажите, боцман, прикажите. Фу. И сами наденьте. Наденем, что уж. Теперь надо готовиться к самому худшему. Барометр стоял так низко. Только 2 года тому назад, когда страшный тайфун в Индийском океане чуть не погубил нас всех. Ой. Вот сколько времени, 2 года. 2 года я вас прошу. Фу. Я уж никак нового тайфуна не мог дождаться. И запомните, наконец, Степан, чистое белье надевают не только перед смертью. Пошел, братец, пошел. Пошел.